Итак, вариант достаточно прост. Мы едем в Орион. И сегодня мы постараемся промолчать. А то вы думаете, что все ТВ платное. Нет, не все. Лучшие мои сюжеты и абсолютно бесплатные вы можете увидеть на YouTube и Vimeo. В данном случае и это абсолютно бесплатное видео. И вы, конечно, хотите посмотреть что-то новенькое. Да, что-то новенькое здесь есть. Но ни сегодня, ни сейчас вы про это дело не узнаете. По одной простой причине. Сегодня нет Алексея Челейкина-младшего. Да и Алексей Челейкин-старший только в начале и в конце. По одной простой причине. Мы сюда пришли посмотреть, как здесь люди покупают то, что нужно вашим детям. А это, естественно, игрушки. Насколько это хорошо для вас, когда вот такой магазин есть? Удобно очень. Приходим, берем все, что есть у нас. А вы часто здесь гость, нет? Да. Частый гость, да? То есть я уже здесь частый гость, поверьте мне. И вы тоже, да? Мы здесь, можно сказать, живем вообще. И все получается хорошо? Да, зашли, расплакались, набрали все, что хотели. А, даже расплакались. Вот я смотрю, кто-то явно будет плакать. Еще мелкий тоже плачет, да ведь? Он и делает. Не знает, что ему надо. Сразу глаза разбегаются. Но хочет что-то новое. Хочется все и сразу. Вы берете не самый дорогой товар, да ведь? Да. Ну, будем считать, что не у каждого миллионы в карманах есть. Типа того, да? Типа того, да. А если миллионов в карманах нет, мы куда можем прийти? Что мы можем? Куда мы можем прийти, если у нас нет миллионов, но хочется ребенку купить хорошие игрушки? Ну сюда, конечно, мы придем. К нам придем, сюда придем. В магазин Орион? Да, конечно, в Орион. Только сюда. Мы сюда ходим, потому что здесь очень богатый ассортимент. Есть кое-что постоянно новенькое, логично? Да, да, это так, правда. То вот вы сюда часто приходите? Достаточно часто. Вот у меня возникает вопрос. Вы покупаете ценники не сильно дорогие? Нет, мне очень магазин нравится. Магазин хороший, да? Очень хороший. Спасибо. Без покупки не уходим. Спасибо. Я здесь частый гость, реально частый гость, потому что у меня есть сын. У меня внучка. И у вас внучка-то? У меня внучка. Маленькая еще, ей все надо. А почему вы сюда заходите, в магазин Орион, а? Ну, во-первых, выбор большой, цены приемлемые, есть скидочные карты, это очень удобно, есть расчет как по безналу, так и за нал. Выбор действительно огромный. Здесь для ребенка, который ломает, который растет, который развивается, ему надо все разобрать. Здесь самое лучшее. А вот маленький вопрос. Я же даже так же часто хожу, ну практически каждый месяц, да? Я делаю материалы. И каждый раз я что-то новое вижу. Вы видите то же самое? Конечно. То же самое вы видите и вы. Конечно, вижу. Каждый раз ассортимент добавляется. Я не могу сказать, что вот именно меняется. Он добавляется. Как к старому ассортименту, к какому-то, появляется новый постоянно. То есть можно сюда постоянно приходить, да, и что-то покупать? Да. Покупать, приходить. Мы здесь и качелю брали, и манеж брали, и домик. Все в одном месте. Все в одном месте. Спасибо большое. Это очень здорово. Круто, да? Круто. Итак, что мы здесь берем? Так, ну мы берем для детей, для маленьких. Ну, взяли паровозик для маленьких, чтобы играл этот. Ну, большой выбор и очень, ну, приемлемые цены. Вот оно, событие. Среди людей, зарабатывающих на нас бабки, здесь все по-другому. Здесь люди любят Орион, а Орион – вас. К слову, о событиях. Все не только расширяется, все увеличивается. И мы просим умных и разумных продавцов-консультантов прийти сюда. Поскольку игрушки в большей части навороченные, их надо собрать, обкатать и объяснить, что и для чего создано. Вот вам телефон и звоните. А вот вам правило, куда ехать. И выкиньте из головы торговые центры. Это не для вас. Пока проще все заказывать через интернет и дешевле в 2-3 раза. Но дешевле игрушек, чем в Орионе, вы не найдете. Север и дешево, и правильно. И это Орион. То есть вы в конце концов поняли, да, о чем? То есть вы в конце концов говоря поняли, о чем мы сейчас будем говорить с вами. О том, что цены низкие, и они абсолютно дешевые. То есть, в принципе, не имея бешеных денег, ну, в пределах 100 рублей вы сюда также можете прийти и купить что-то своему ребенку. А если у вас денег чуть-чуть больше, так вы ребенку счастье подарите. Реальное, хорошее и грамотное счастье. Где? Да здесь. Вместе с магазином Орион.